Одинцовский округ – один из самых спортивных в Подмосковье. Это постоянно доказывают воспитанники спортшколы Одинцова. Юрий Ящук за 12 лет в футболе всех побед и не вспомнит. В ушедшем году тоже показал хорошие результаты. Стал лучшим бомбардиром Московской области. Заняли командой второе место в высшей лиге. Паралимпийцы, боксеры, футболисты и другие спортсмены – их наставники. Только вперед! Для них девиз по жизни. Но в этот день им не пришлось бороться за победу. Награды получили все. Я хочу пожелать вам новых побед во всем, не только в спорте, но и в личной жизни, в ваших увлечениях, в хобби. Пусть в 2024 году у вас будут новые достижения, новые успехи в том деле, которым вы занимаетесь. Необходимые условия для этого есть. На этот год запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Одинцово-1. А значит, мест для тренировок у спортсменов будет больше. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».